Бюджет Славянского района социально ориентированный. Значительная часть расходов идет на благоустройство, ремонт дорог, реконструкцию объектов социальной сферы. Так, в прошлом году была отремонтирована часть детской поликлиники, приведена в порядок территория центральной районной больницы, приобретено новое медицинское оборудование. В этом году уже начаты работы по ремонту Петровской больницы, детско-юношеской спортивной школы «Юность», ведется строительство нового сельского клуба. Подробнее в первом материале выпуска. Как идет реконструкция и строительство социально значимых объектов, проинспектировал глава района. Свою рабочую поездку Роман Синеговский начал с Петровской участковой больницы. Ремонтные работы здесь идут полным ходом. Реконструкция началась благодаря помощи депутата Государственной Думы Ивана Демченко. Будет капитально отремонтирован второй этаж старого корпуса. Объем работ намечен большой. Забетонируют полы, сделают потолки, заменят все коммуникации. Установят новые двери. Пол и частично стены сделают в плиточном исполнении. На этаже разместятся педиатры и физиокабинеты. Ну, это у нас педиатрическая будет служба здесь находиться. Угу. Это вот у нас сразу два процедурных кабинета. Один процедурный кабинет прививочный, другой для БЦЖ, это отдельно по стандартам. То есть, и пошли потом кабинеты. Четыре кабинета для врачей и педиатров. Вот, то есть здесь все мы сделали для того, чтобы улучшить качество приема. То есть это все для детей? Да, это все для детей. А также... Весь этаж или нет? Или только нет, часть? Часть. А вот эта часть? Часть, большая там часть, да. Ага. Да. А потом пойдет физиокабинет. Преобразования затронут и территорию больницы. Планируется сделать парковку для пациентов и решить вопрос с въездом для скорых. Вот на этом месте сделать парковку для сотрудников и для пациентов. Несмотря на ремонтные работы, больница продолжает работать в обычном режиме. Пациенты к временным неудобствам относятся с пониманием. Еще один социальный объект, который посетил глава района, также находится в Петровском поселении в хуторе Водном. В этом небольшом населенном пункте, где проживает около 500 человек, никогда не было собственного дома культуры. Администрация района совместно с руководством поселенческой власти было принято решение восполнить этот пробел и построить здесь учреждение культуры, в котором разместится концертный зал на 100 человек, в библиотеках, кабинет для кружковых занятий. Вы делаете многофункциональный клуб. Вы думаете, под что он будет использован. Сцену сделали, она должна быть сделана под конкретные какие-то вещи. Я же говорю, тут же может стол тут также развернуть. Или там тут же сесть и в шашки поиграть, когда нет мероприятия. Ну правильно? Конечно. Почему? То есть каждый квадратный метр должен быть задействован. Задействован грамотно. Администрация района помогает строительным материалам, техникой. Работы выполняет стройбригада, нанятая Петровским сельским поселением. Сейчас приступили к выполнению внутренних работ. Еще один социальный объект, который практически заново отстроит, это детско-юношеская спортивная школа «Юность». Буквально на днях здесь приступили к капитальной реконструкции здания. Будут заменены стены, кровля, инженерные сети, окна и двери. Из старого останется только фундамент, который укрепят. В школе будут оборудованы два зала, раздевалки, административные корпус, благоустроит прилегающую территорию. По окончанию работ объект будет соответствовать всем требованиям современной спортивной школы. Реконструкция ведется благодаря краевой программе. Объект серьезный, порядка 50 миллионов краевых средств, плюс немножко софинансирования. Поэтому надеюсь, что мы эти работы выполним качественно, в срок. Будет возможность у наших детей посещать теннисную школу, потому что на сегодняшний день определенные неудобства приходится использовать здание лидера, поэтому надеюсь, что подрядная организация серьезная. Вы уже себя проявили у нас на детской поликлинике. И надеюсь, что мы качественно, вовремя закончим с вами работу. Именно так мы и сделаем, Иванович. Завершить реконструкцию планируется к концу года. В связи с ремонтными работами въезд в пятую школу для технического транспорта, осуществляющего подвоз продуктов питания и другого, будет организован со стороны улицы Гриня. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».